В Международный женский день в столице республики состоится самый женский, самый яркий, самый весенний автопробег. Организаторы хотят показать, что женщина за рулем – это не только красиво, но и безопасно. Вот уже в пятый раз в Чебоксарах проводится традиционный пробег «Красотка за рулем». Участница продефилирует на своих автомобилях по городу от площади Республики до Национального музея. Маршрут пройдет по улицам Карла Маркса, Калинина, проспект Ленина, Яковлева, Мира, а также вдоль Эгерского бульвара. Старт автопробега 8 марта в 12:00 на площади Республики. А позже в 13:00 на Красной площади начнется развлекательная программа конкурса и розыгрыша призов, где каждый из красавиц получит ценный подарок, а обладательница самого украшенного автомобиля подарят главный приз.